Всем спортивный привет, лыжные гонки, сезон завершился, но впереди длинный период подготовки. И уже завтра состоится президиум Федерации лыжных гонок России, где будут официально названы и опубликованы составы сборной России. Спортсмены-лыжники, у кого из тренеров они будут готовиться к предстоящему сезону. Официальная информация лишь завтра, ну а мы с вами знаем больше остальных. И уже сегодня, вернее даже вчера, в моем телеграм-канале, ссылка в описании, подписывайтесь, чтобы первыми узнавать все данные. Вчера там разместил инсайт изнутри, из федерации. Люди, близкие к руководству Федерации лыжных гонок России, уведомили меня, передали информацию, которую я с удовольствием донес до вас. Ну и прежде всего, Савелий Коростелев, лыжник, проявивший себя очень ярко в начале сезона. Мы помним, что и этапы вершины Тёи, когда Савелий обгонял Александра Большунова и всю остальную сборную России. Так вот, готовился Савелий в юниорской команде. Но уже начиная с этой весны, Савелий перейдет в группу Егора Сорина. Об этом свидетельствуют данные, которые у меня появились. Помимо Савелия из юниорской команды, к Сорину перейдет и известный юниор Александр Бакуров. Они вместе выступали, и соревновались, и тренировались вместе с Савелием Коростелевым. И также в тандемом перейдут в группу Сорина. Мои данные, эксклюзив. Обязательно скиньте друзьям, обязательно скиньте знакомым этот видеоролик, эту информацию, пускай тоже будут знать все первыми. Ну и подписывайтесь на мой канал. Небольшое объявление, у меня ведь конкурс идет, и вы можете выиграть лыжи Fisher. Чтобы сделать это, подпишитесь на мой канал прямо сейчас, поставьте лайк этому видео, напишите в комментарии, что вы участвуете, и поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях. И тогда вы сможете выиграть модные, быстрые, классные лыжи Fisher. А мы продолжаем. Коростелев и Бакуров у Сорина будут, согласно информации, которая у меня появилась вчера вечером, сразу в телегу свою закинул. Ссылка тоже в описании, смотрите. Ну и еще об том, что стало мне известно. Группа Егора Сорина пополняется, и в ней также будут состоять среди прочих Елизавета Пантрина, Сергей Ардашев, Илья Порошкин. Вчера, когда выложил эту информацию, очень многие удивлялись как раз по вопросу Порошкина. Но информация получена из нескольких источников, и я полагаю, ей можно доверять. Поэтому Илья Порошкин будет у Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Сергей Волков, Татьяна Сорина и олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Ну, про Юлию Ступак мы уже слышали неоднократно, и Бородавка высказывался об этом, и Сорин тоже комментировал, ну и сама спортсменка подтверждала эти данные. Поэтому вчера первым я разместил эту информацию. Знаете, забавно очень, потому что выложил, опубликовал и видел, что в чатах обсуждают, мол, зачем я это делаю. И ссылаются на моих коллег, журналистов и блогеров, которые говорят, что я много всего знаю, но вам ничего не расскажу. Ну что это за фуфло? Если вы журналист и себя таковым позиционируете, то будьте добры, работайте не пресс-атташе, и не в пресс-службе, когда тщательно оберегаются интересы именно корпорации, в данном случае Федерации лыжных гонок России, а будьте добры работать на свою аудиторию, ведь журналист – человек, который должен информировать достоверными данными, информировать и работать в интересах своей аудитории. Что я с радостью и делаю, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, что участвуете в розыгрыше, и, возможно, вы получите эти классные модные лыжи Fisher. Ну и помимо всего прочего, Савелий Коростелев уже сам публично подтвердил в интервью моему коллеге и товарищу, что будет работать
в группе Сорина. То есть вчера вечером я опубликовал эти данные в своей телеге и в других социальных сетях. И после этого журналисты набрали Савелию, спросили, мол, так и так, действительно ли будешь работать с Сориным. И эту информацию Коростелев подтвердил. Призвал, правда, как и остальные, дождаться официальных данных. Тем более, что президиум уже в среду, в понедельник вечером я обнародовал эти данные. И действительно, Савелий подтвердил, что договоренности с Сорином есть. Вяльбе тоже в курсе с ней. Этот вопрос уже проговаривали. И, вероятнее всего, будет работать в группе Сорином. Но я больше скажу, по моим данным, не только проговорено уже и с Вяльбе, и с Сорином, но и составлены списки. Именно списки составлены, и об этом мне говорят, еще раз, несколько источников, близких к руководству Федерации лыжных гонок России. Поэтому будем смотреть за подготовительным сезоном, много интересного, и следим за другими командами, обновления тоже. Хотите получать информацию первыми, обязательно подпишитесь прямо сейчас на мой YouTube-канал. Это важно, нужно, и вы будете действительно знать все самое актуальное. И интервью спортсменов, и инсайдерская информация, и прочее. Ну и еще раз передаю привет всем моим коллегам. Мы много знаем, мы все изучили, у нас действительно есть информация, но мы-то вам не скажем. Интересная позиция. Завтра президиум, мы ждем его и посмотрим на то, как подтвердятся сообщения, информация, которую я опубликовал. Уверен, что она будет совпадать 100%. Пишите свои размышления, мысли, потому что еще раз, Савелий Коростелев в сборной России уже во взрослую переходит в команду Егора Сорина. Было много обсуждений про Бородавка, говорили про другие тренировочные группы, но в итоге группа Сорина. Подтвердил это и сам Савелий в публичном своем заявлении. Далее. Александр Бакуров, Елизавета Патрина, Сергей Ардашев, Илья Порошкин, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Волков Сергей, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Ждем, конечно, возвращения от в команду Татьяны Сориной. Тем более, что давно ее было не видно после Олимпийских игр, после фантастической победы в эстафете, где Вероника Степанова стала чемпионкой Олимпийских игр, и Юлия Ступак. Внимание, у Сорина сразу три олимпийских чемпионки в команде будут готовиться. То есть фантастическая женская часть сборной. И у Сорина уже это с каждым годом только тенденция, интенция только усиливается. У Сорина сейчас группа растет. Растет и по своим показателям, и по своей перспективе. Поэтому за этой группой мы следим особенно. Понятно, что команда Юрия Викторовича Бородавка, куда в прошлом сезоне перешли и Иван Якимушкин, и Артем Мальцев. И в ней состоят Александр Большнов, Червоткин, Спецов, другие чемпионы, Терентьев, Непряева. Это супер команда. Ну и у Сорина такой акцент на, наверное, молодежь. На тех, кто еще, у которых еще впереди вот этот момент раскрытия. Поэтому следим за командами, за сборными, за группами. Обязательно пишите, что вы думаете. И мне кажется, что такое усиление Соринской сборной — это дополнительная интрига в борьбе за медали, в борьбе за вот это противостояние, первенство в этой конкуренции между командами Бородавка и Сорина, Перевозчиков, разумеется. Ну и усиливается группа Егора Владимировича Сорина. О изменениях, которые предстоят в сборной, сообщала и Вероника Степанова в одном из своих постов, и другие деятели медиаполя. Но данные конкретные по фамилиям опубликовал именно я в своем телеграм-канале, поэтому подпишитесь, посмотрите. И еще раз, инсайдов много, информации куча, и чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подпишитесь на мой YouTube-канал, чтобы точно оперативно получать данные
Ссылка в описании на телеграм-канал. Туда обязательно нужно перейти, смотреть, следить. И мы с вами спорт обожаем. Смотрим и болеем за атлетов, за чемпионов. Лыжи Фишер можете получить. Обязательно подписывайтесь. И все у вас будет супер-супер гуд. Мы продолжаем смотреть. И, кстати, давайте цитату Савелия Коростелева тоже я прочитаю, о которой говорил ранее. С группой определился, говорит Савелий Коростелев. Это будет группа Сорина, задает вопрос журналист. Да, но давайте подождем официальных данных от Президиума Федерации. Так аккуратно выражается Савелий. Но договоренность между вами и тренером имеется. Да, она имеется, отвечает чемпион. Может ли что-то помешать согласованию, задает вопрос. Думаю, что ничего помешать не может. Елена Вяльби уже в курсе, я с ней разговаривал по этому поводу, поэтому все должно быть в порядке, заявил Коростелев. Такие дела, мы продолжаем с вами наблюдать за сборными биатлона, лыж и прочего. И прочего. Кстати, забавно, что в одном из своих постов Матч ТВ, чье интервью я сейчас цитировал, пишут, что информация Матч ТВ подтвердилась. Подтвердилась-то моя информация, друзья, коллеги мои хорошие. Ну и мы с вами следим за чемпионами, следим за сборной, за кондициями наших атлетов, ну и за перестановками, которые имеют место быть сейчас весной. Биатлонисты тоже составы менялись в команде национальной. И об этом много говорится. Мы тоже с вами продолжаем следить и за биатлоном. И лыжные гонки, разумеется, помимо Соринской команды есть и другие. Тоже другие сборные, другие группы подготовительные. Наверняка сделаем много контента летом, когда сборы будут проходить у команды национальной. Много интересного действительно впереди. Поэтому подпишитесь, поставьте лайк. И еще раз, участвуйте в конкурсе. Именно вы. Именно вы можете стать победителем и забрать лыжи Фишер, которые модные, быстрые и наверняка доставят вам много удовольствия. Нужно всего лишь поставить лайк этому ролику, написать в комментариях, что вы участвуете, подписаться, это очень важно, обязательно подписаться на мой канал, лайк, комментарий, что вы участвуете. Ну и еще один момент, поделиться ссылкой с друзьями в социальных сетях. Увидимся! Лыжные гонки, инсайдерская информация, много интересного, нового, эксклюзивного. Меня зовут Иван Докукин. Продолжаем плыть по этому спортивному течению. Увидимся. Всего вам доброго. Пока.